Татьяна, браво! Спасибо вам большое за исполнение Баха. Он очень органично влился в этот интерьер. Благодарю. Возникает только один вопрос. Вы смогли бы сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб? Ну, вы знаете, я думаю, что сыграть можно на всем. Было бы желание, просила бы этого душа. Правда ли, что ваша флейта полностью из серебра? Да, ее корпус состоит из серебра 925-й пробы. Можно поддержать эту драгоценность? Да, конечно. Ну, такой, да. Возникает только еще один вопрос. Ну, всем известно, что флейта – это деревянный духовой инструмент, но она из серебра. Есть противоречия. Ну, так принято называть с давних пор. Но она относится к классу деревянных духовых инструментов, конечно. Вот, хотя современные флейты выполняются из различных видов металлов, из золота, серебра, платины. А это влияет на качество звука? Да, это, конечно, влияет. Ну, самое распространенное – это серебро. Металл, у него очень приятный звук, он дает обертона. Красивое звучание благодаря серебру. Есть золотые флейты, также они пользуются популярностью, но как-то вот так довелось послушать, и все-таки серебро звучит лучше, чем золото. Ну вот мне как-то доводилось играть на платиновых флейтах, и у платины оказался самый-самый красивый, прекрасный звук. Слышали ли вы о том, что не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном? Да, слышала такое. Я предлагаю немножко пройти и поискать эти алмазы. С удовольствием. Я вижу у вас под пальцами просто нагромождение разных клапанов. Для чего они нужны? В процессе усовершенствования этого инструмента в течение многих лет, веков, разрабатывалась вот эта клапанная система, чтобы, конечно, максимально было удобно играть музыканту, максимально виртуозно. А флейта – это хроматический музыкальный инструмент, на ней можно с легкостью сыграть с помощью вот этих клапанов, ну, вот как пример, кусочек хроматической гаммы. Вот. Также существуют флейты, трельные клапаны. Маленькие клапаны, он позволяет сыграть легко и красиво вот эту трель до диез ре. Вот. И, в общем, вот эти все клапаны, они созданы, конечно, для удобства, для максимального достижения виртуозности на инструменте. Как вы пришли к этому инструменту? Знаете, случайно, наверное, как все в моей жизни происходит, всегда случайно, но очень интересно и замечательно. Мои родители, они художники, они хотели отдать меня в музыкальную школу просто для общего развития музыкального, так как они понимают, что это полезно ребенку. И мы тогда жили в очень-очень маленькой квартире втроем, мама, папа и я. Вот. И мама выбирала просто, она выбирала самый маленький музыкальный инструмент, чтобы занимал как можно меньше места в нашей квартире. И вот ее выбор остановился на флейте. Разумно предположить, что если ваши родители были художниками, то и вам грезили
карьеру художника? Как вы все-таки стали музыкантом? Да, я очень хотела стать художником изначально. И я планировала закончить музыкальное училище, ну, потому что в музыкальной школе мне очень нравилось учиться, заниматься. Мы ездили, посещали много конкурсов, различных фестивалей, концертов. И я планировала поступать после музыкального училища все равно в Строгановский институт в Москву на художника, дизайнера, возможно, потому что мне это очень близко. Вот. Но пока я училась в музыкальном училище, я параллельно писала картины и занималась музыкой. И, в общем, ну, вполне уже в осознанном возрасте я поняла, насколько большая разница между жизнью художника и жизнью музыканта. То есть художник — это более такой интроверт, человек, который часто и подолгу находится один, создавая, да, свои произведения искусства. А музыканты — это скорее экстраверты, это легкие в общении, открыто выражающие свои чувства, эмоции, иллюзии. Вот. И, в общем, я поняла, что музыка мне ближе по моей натуре, по моей душе, Какие главные качества должен иметь флейтист? Я имею в виду, может, какие-то особенности дыхательной системы или губного аппарата? Очень интересный вопрос. Но вы знаете, самое главное качество, которое должен иметь флейтист, это любовь к флейте. Так сложилось у меня в жизни, что помимо классической флейты у меня появилась еще любовь. Это этнические флейты, флейты разных народов мира. Могу я надеяться, что вы нам сегодня их продемонстрируете? Да, конечно, я с удовольствием это сделаю. Татьяна, и что же это в руках у вас за волшебная флейта? Эта флейточка называется ирландский вистл. Ну, соответственно, из названия понятно, что она использовалась в Ирландии. На ней игрались разные народные мотивы, кельтские мотивы, разные. В средние века этот инструмент был очень популярен. И вот он и в наше время тоже используется среди музыкантов, этот инструмент. А насколько он совершенен по отношению, скажем, к классической флейте? Ой, по отношению к классической флейте он далеко не так совершенен, потому что в нем всего лишь 6 отверстий. Эти вислы, они диатонические. То есть, ну, в них нет такой аппликатуры или клапанов, которые помогают сыграть хроматизм. А вот на этом инструменте, который вы мне доверили, здесь китайские иероглифы. Вы тоже можете их расшифровать? Ну, китайский язык я пока еще не освоила, у меня еще все впереди. Помимо инструментов, да, можно освоить еще язык китайский когда-нибудь. Вот. Но это действительно, это китайский народный инструмент, он называется хулусы. Хулуси или хулусы, можно и так инструмент был изобретен еще до нашей эры, то есть находки различные, они указывают именно на этот возраст найденных инструментов. Ну, вид у него весьма странный: 3 трубочки, 3 трости, 1 тыква.
Да, много всего, много всего. Это действительно тыква, одна из разновидностей такой вот тыковки. Я, кстати, видела такие, даже продаются у нас в магазинах. Сразу пришла мысль взять и попробовать сделать хулусы самой. Вот. Собственно, трубочки называются бурдоны, так же, как у волынок. В принципе, хулусы — это и есть китайская волынка. Вот. Эти трубочки, бурдоны, они сделаны из бамбука. Вот. И, соответственно, этот инструмент, он позволяет играть интервалами, в отличие от других разновидностей. Татьяна, вы покажете, как звучит этот диковинный зверь? Да, я хочу сыграть произведение. Это шотландская музыка, такой танец, сказала бы, воинственный танец с небольшим лирическим вступлением. Дали странный предмет в руки, я не знаю, что это. Это также древний инструмент. Это не духовой, это перкуссионный инструмент, относящийся к классу перкуссии. Он называется рейнстик, или его еще называют шум дождя, посох дождя. В данном случае шум дождя сделан из ствола борщевика, такое растение, я думаю, многие знают, ядовитое. Он внутри пустой, этот ствол, его мастера по спирали протыкают, вставляют у него зубочистки, как бы зубочисточки идут по спирали сверху вниз, потом их зашкуривают, сглаживают острые края и внутрь засыпают туда какую-либо крупу, рис или пшено, или гречку, в зависимости от того, какой звук необходимо получить. Это двойная сопилка, двойная флейта. Двойные флейты тоже существовали с давних времен, в абсолютно разных странах они были, разного вида они были, изготавливались. В данном случае это украинская национальная флейта, двойная сопилка. Ну вот и мы с вами попробуем вместе сыграть.
У меня есть к вам редакционное задание. Могли бы вы сделать на своих уникальных инструментах импровизацию на тему капели? Да, я думаю, можно попробовать.